Всем привет! Это Ростов Спортивный и итоги спортивной недели подведу с вами я, Роман Саганов. Контрольный матч с Краснодаром сыграл футбольный Ростов, последний из заявленных на межсезонье, и уступил, хотя вратарь соперников явно играл за нас с начала и до конца встречи. Стал известен вратарь, который готов поспорить за чемпионство по привозам с нашими. Это страж ворот Краснодара Акцаев. На 13-й минуте контрольного матча Краснодар-Ростов он предложил отличиться нашему 18-летнему полузащитнику Зубенко. И тот не отказался и обыграл неудачника, и защитнику шансов не оставил. У нас в воротах весь матч отыграл Ханкич, и первый тайм отстоял на ноль. У нас еще момент был у Азнаурова. Неплохая обработка, но удар мимо. После углового Ханкич потащил удар головой в упор, а перед самым перерывом нам повезло, мяч попал в сетку с внешней стороны. Краснодар начал забивать за полчаса до финального свистка. Сначала это сделал вернувшийся в клуб Смолов, а через 5 минут нашего вратаря подвела стенка. Подпрыгнула после штрафного, а против удара низом лежачего футболиста не запланировала. За 12 минут до конца Ростов сравнял счет и снова после привоза краснодарского вратаря. Камличенко ударил точно в него, а он кулаками срезал мяч себе за спину. 2-2. И все же Краснодар вырвал победу. Ханкич вроде бы эффектно отбил удар, но не эффективно. На другого соперника, и Лангович не сумел помешать добиванию. Ростов еще мог отыграться, но Байрамян потряс перекладину. Ростов проиграл 2-3. Больше контрольных матчей до старта чемпионата не планируется. 20 июля. Громкая афиша Ростов-ЦСКА. Приглашаем всех болельщиков на главную футбольную арену региона в 8 вечера. Готовность Ростов-арены за неделю до первого матча нового сезона заместитель губернатора Артем Хохлов проверил на готовность. Забегая вперед, скажем, он остался доволен. У футболистов межсезонье, у сотрудников Ростов-арены жара. Днем и ночью они стараются защитить газон от разбушевавшегося июля. Градусы под 40, свежести траве не добавляют. Но вот оно, ростовское ноу-хау. Большой тент под сводами стадиона охраняет газон от солнца, а термопушки поддерживают нормальную температуру. И директор Ростов-арены оценивает готовность поляны к играм на 5 баллов. Натянули специально покрывало, чтобы меньше попадало солнечных лучей на траву. Внесли летние удобрения, которые в жару. Естественно, полив, постоянно полив, покос. Только так. Ну и, соответственно, приводим стадион на ту же самую там и чашу, и прилегающую территорию там, в плане там, покраски и всего остального. Доволен качеством поля и состоянием стадиона и приехавший с инспекцией замгубернатора. В офисе болельщика Артем Хохлов проверил работу системы идентификации болельщиков и контроля доступа на стадион. Сотрудники Центра поддержки болельщиков рассказали о простом способе получения карты болельщика. Это можно сделать во всех 78 офисах МФЦ области. Кстати, в нашем регионе уже оформлено больше 124 тысяч карт болельщика на 3 таких стадиона. Отрадно, что и в этом году есть у болельщиков футбола, вызывает интерес посещения матчей премьер-лиги. И уже только в этом году было оформлено 22 тысячи карт болельщиков. Процесс получения карты болельщика очень прост. Любой заявитель может обратиться в любой офис МФЦ. Для того, чтобы оформить карту болельщика, необходимо не более 5 минут. Кроме того, у тех жителей региона, жителей нашей страны, у которых есть паспорта нового образца, загранпаспорта, где сдана биометрия или сданы биометрия в МФЦ, можно сделать и получить карту болельщика, не выходя из дома, полностью через портал госуслуг. Первый матч нового сезона совсем скоро, 20 июля. Причем афиша громкая – Ростов-ЦСКА. Среди тех, кто оформит карту болельщика с 12 июля, разыграют призы от нашего футбольного клуба. С футбольного поля перенесемся на воду, точнее на грибной канал. «Экватор года» – это фестиваль плавания на экваторе года и лета. Проводится он на грибном канале с профессионалами и любителями. Последним предложено просто переплыть грибной канал. Нервничаю. Трясутся руки. Выходим на воду, стартуем.
разгоняемся, финишируем. Золотой. 400 метров, дистанция короткая. 400 метров! Да. Первый заплыв фестиваля «Экватор года» под названием «Переплыви грибной канал» устроили для любителей в честь 20-летия фитнеса в Ростове. Желающих субботним утром набралось 37. Перед стартом обязательный инструктаж с техникой безопасности. Минута внимания по безопасности у нас. Если вдруг вам стало плохо и вы считаете, что у вас не хватает сил, не нужно плыть к берегу, просто поднять руку вверх и ожидать помощи. Но помощи никому не потребовалось. Дистанцию спортивным ростовчанам предложили вполне преодолимую – 400 метров. Так что некоторые плыли целыми семьями. Данил Савченко с женой Валентиной в этом деле люди опытные. В прошлом году переплывали морскую милю в Геленджике. Теперь начали приобщать к плаванию и сына. Шикарно, всегда готовимся. У нас три раза в неделю у нас тренировки. Да. У нас шикарный тренер Михаил, который нас тренирует. Артем. Денис. Спасибо им большое, всем нашим тренерам, за то, что доплыли. Ура! А для врача первой поликлиники Елены Лазенко это первый такой опыт. В спорт она втянулась только год назад, и первой победой стали минус 40 килограммов веса. Второй – золото на дорожке в бассейне. И вот новое достижение – преодоление дистанции в более сложных условиях. За год я смогла сбросить 40 килограмм и прийти к тому, что я могу вообще заниматься спортом, даже с кем-то соревноваться. Для меня это лично просто победа и достижение. Мне хочется, чтобы как можно больше людей заряжались этим. Я на свои тренировки езжу каждый день на велосипеде, и сюда тоже на велосипеде приехала. Медали участников и символические подарки получили все пловцы-любители. А дальше эстафета 4 по 500 метров для тех, кто уже закончил с профессиональным спортом, и воспитанников спортшкол по плаванию и подводному спорту. Подводники приехали двумя командами из Краснодарского края, и для них это тоже первый опыт открытой воды. Я в основном в бассейне плаваю обычно, это все. А на открытой воде вот впервые решил скататься и не пожалел. Понравилось. Ростовский грибной канал – идеальное место для таких соревнований, говорит президент Краснодарской федерации плавания Анатолий Тимченко. В Краснодаре таких площадок нет, поэтому к нам на соревнования приезжают охотно, в том числе и судить. Не у всех есть замечательный такой грибной канал, поэтому приходится тренироваться в бассейне. Выступают, конечно, уже те, которые более направлены на стайерские дистанции, потому что открытая вода это подразумевает собой уже более длинные дистанции, нет поворотов, нет ориентиров, то есть более такие жесткие условия. По локации это самое лучшее расположение для проведения от муниципального уровня до чемпионата страны. Фестиваль «Экватор года» провели в городе второй раз. Прошлогодний дебют был тестовым после такой же пробы пера в чемпионате России по плаванию на открытой воде. Соревнования продолжались и в воскресенье уже на более серьезных дистанциях – километр, 2, 3 и 5, в зависимости от возраста пловцов. Марина Черных, Александр Оснять, Первый Ростовский. Только настоящие чемпионы могут воспитать будущих победителей, а еще построить и открыть новую спортивную школу. Чемпиону мира по смешанным единоборствам Сергею Корневу понадобилось целых 10 лет, чтобы в Новошахтинске начала работать новая кузница кадров по смешанным единоборствам, которая объединила и мальчишек, и девчонок. Сила, выносливость и мастерство. Теперь отрабатывать эти качества, а еще болевые другие приемы ММА можно в новой спортивной школе. Земляк и чемпион мира по смешанным единоборствам Сергей Корнев вместе с единомышленниками открыл школу единоборств в Несветаевском. А начиналось все 10 лет назад. Для кого-то покажется, что это слишком долго, но Сергей строил все сам. Вот так зал выглядел в сентябре прошлого года. Еще нет мягкого покрытия и инвентаря. Ощущение сделанной хорошей, большой работы. Мы ее сделали все вместе, все мои друзья, я. Все помогали, мы сделали, и теперь мы все вместе этим наслаждаемся. Законченной работой, как говорится, один горизонт прошли, теперь нас ждет следующий горизонт. Это тренировки, работа, это непростая работа тренерская.
будем работать, учить, мы это все знаем. В новой спортивной школе могут заниматься и мальчики, и девочки. Для удобств здесь есть все. Большой просторный зал, раздевалки, душевые, туалеты и даже зона отдыха. Наше подрастающее поколение должно заниматься спортом, и, соответственно, мужчины должны быть мужчинами. Поэтому я очень рад для Новошадинска, еще раз повторюсь, это очень большое грандиозное событие. По словам чемпиона мира, культуру спорта надо развивать, поэтому перед входом в клуб из камня выложена надпись «Я могу» и компас викингов, который направит в нужную сторону. Ребята, расскажите, пожалуйста, как вам нравится зал? Будете сюда ходить? Да, будем ходить. Очень нравится. Да. Много турников, много ковров борцовских. Чуть позже Сергей Корнев планирует поставить восьмиугольник. А еще в спортшколе будет и шахматный клуб. Дарья Барлохян, Владимир Савилов, Новошахтинск ТВ. Это все спортивные новости недели, а у меня на этом все. Хороших спортивных выходных и болейте на здоровье!